zabinfo.ru. Первый информационный сайт Забайкальского края. Парки Адара высадили первые 30 саженцев сосны на аллее памяти, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Для торжественности мероприятия на место будущей аллеи был выставлен караул юноармейцев поста номер 1. Более 20 студентов лесотехнического колледжа приняли активное участие в создании аллеи, потому что, по их словам, память о Великой Отечественной войне должна жить вечно и нужно оставить после себя то, что будет напоминать будущему поколению о тех днях. В рамках патриотического воспитания молодежи мы вышли сегодня на такую акцию, предложенную Советом ветеранов нашего города. Совместно с ребятами решили посадить аллею сосны в честь 70-летнего юбилея Победы. Ребята охотно откликнулись на это мероприятие. Сегодня мы с утра съездили, накопали саженцы сосны. Ну, и в настоящий момент производится посадка. Специальность лесное лесопарковое хозяйство. Студенты наши, в принципе, это их прямая обязанность озеленять город. Озеленять окрестности города Читы. Инициатива создания аллеи памяти исходила от Читинского совета ветеранов, которые регулярно принимают участие в организации таких мероприятий. Сначала аллею высадили на мемориале, но там ухаживать за будущими вековыми соснами было некому. Мы в течение всего года работаем со школьными коллективами, стараемся вот именно и встречи с ветеранами сделать, и классные часы. Готовлю материал, даю школьникам, чтобы они сами пропустили свое сердечко-то. Мы когда приехали в лесхоз, вы знаете, я думала, нам придется около часа копать деревья. Мы их выкопали за какие-то минуты, и на целый час раньше у нас работа закончилась. Вот и я надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу по патриотическому воспитанию. Ветераны также помогали студентам высаживать деревья, причем орудием труда стала настоящая саперная лопатка со времен Великой Отечественной войны. Впереди еще немало работы. Деревья должны вырасти и окрепнуть, а в конце аллеи будет выставлена мемориальная доска, которая будет напоминать всем о тех 4 годах страшной войны, в которых погибли десятки миллионов человек, и в которой Россия одержала сокрушительную победу, оставив за собой свои земли, свой народ и вошла в историю как великая держава. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.